Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. По итогам года в Кирове потеряло в цене многокомнатное жилье. Аналитику за январь-ноябрь 2017-го представил портал Re-Kirov.ru. По подсчетам экспертов, за год четырехкомнатные квартиры подешевели почти на 11%. Стоимость квадратного метра упала с пиковых 50 140 рублей до 47 тысяч рублей. В первой половине 2017-го цены уверенно росли. Однако с июня эксперты фиксировали падение, которое к концу года составило почти 3 тысячи рублей за квадрат. В сегментах 1, 2 и 3 комнатных квартир ситуация обратная. По итогам года зафиксирован, пусть незначительный, но рост. Двушки и трешки подорожали на 4,5%, однокомнатные квартиры прибавили менее 0,1%. Стоимость квадратного метра составляет от 42 до почти 44 тысяч рублей. Дайджест недвижимости. Жительница области осталась без 12 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру в аренду. Пенсионерка из Куменского района стала очередной жертвой интернет-мошенников, уточняет «Девятка.ру». Женщина разместила объявление о сдаче жилья на одном из популярных сайтов, а затем неосторожно продиктовала реквизиты своей банковской карты псевдоарендатору. Потенциальный клиент объяснил, что проживает в другом регионе, потому хотел бы перевести средства через банк. После того, как мужчина завладел реквизитами карты пенсионерки, с ее счета пропали все деньги. Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в МВД. Дайджест недвижимости. Киров вошел в число городов России с наименьшими расходами туристов на жилье. Ночевка в нашем городе приезжим гостям обходилась в среднем в 1000 рублей, подсчитали эксперты сервиса бронирования Twill.ru. В числе самых недорогих для туристов городов также Оренбург, Барнаул и Самара, Краснодарский Белореченск, Ростовский Волгодонск и Челябинский Златоуст. Рейтинг составлен по итогам бронирования жилья туристами в 2017 году, уточняет iKirov.ru. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.